Волна антикитайских выступлений в Казахстане накануне визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР – большая подстава. Такое мнение в социальных сетях высказал политолог Марат Шибутов. К слову, по его данным, митинги проходят уже в 6 городах страны. Одновременно в Жанаозене, Актобе, Актау, Шымкенте, Алматы и Нур-Султане несанкционированные акции протеста против китайских проектов в Казахстане. И это накануне визита Касым-Жомарта Токаева в Китай на следующей неделе. Очень большая подстава, особенно учитывая последние китайские неудачи в Юго-Восточной Азии, пишет аналитик. Вот тут и интересно, могут ли наши контрразведчики что-то сделать или они только свои корпоративы могут выкладывать в интернет. Наш долг Китаю – доллар 11,589 миллиарда на конец 2018 года. Если брать межфирменную задолженность – доллар 6,591 миллиарда, гарантированный государством долг – доллар 1,245 миллиарда. Немного в общей массе, но если внезапно попросят выплатить, будет нехорошо. Участники митингов заявляют, что китайские предприятия загрязнят экологию Казахстана, что китайские инвесторы не нанимают казахстанцев, а если и принимают их на работу, то платят копейки. Протестующие считают, что Казахстану нужно строить собственные заводы и трудоустраивать своих граждан. Вице-мэр Алма-Аты Сапарбек Туякбаев ответил на претензии митингующих следующее. По этим заводам давно ведется работа. Ходят разные слухи, что привезут нам старые заводы, которые испортят экологию, что там будут работать только китайцы, сказал он. Но у нас есть свои законы, и мы такого не допустим. Речь идет о новых заводах. Некоторые заводы уже функционируют. Но в этих случаях мы не говорим, что это полностью китайские предприятия. Это совместные заводы. Бывают случаи, когда предприятием владеет казахстанский бизнесмен, но инвестиции он привлек из Китая. Бывают случаи, когда заводом владеют 50/50 казахстанские и китайские предприниматели. Нам нужны инвестиции, мы строим заводы совместно с немецкими, российскими и другими предпринимателями. Ни в одном из городов полиция митингующих не задерживает пока. Однако министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что незаконные митинги будут пресекаться. Напомним, что на фоне антикитайских выступлений в Алматинской области открылась солнечная электростанция. Это один из упоминаемых митингующими казахстанско-китайских проектов. Возобновляемая энергетика имеет для Казахстана огромное значение, что неоднократно подчеркивали власти. По данным на 2018 год, на возобновляемые источники приходилось лишь 1,3% производимой в стране электроэнергии. Однако подобным проектам уделяется огромное внимание и вкладываются в них немалые деньги. Понятно, что пока чистая энергия слишком дорога, но с каждым годом стоимость ее снижается, и в будущем зеленая энергетика позволит решить многие экологические проблемы Казахстана.